По правде говоря, мой товарищ и я, мы не можем объединиться, либо почувствовать хоть что-то, чтобы дало нам топливо хотя бы слушать. Мы так ждали книги Зоар и чувствуем себя неудовлетворенными. Что нам делать? Он ожидал, что откроет книгу Зоар и тут же что-то начнется. А что начнется? Что? Я открыл книгу, ну где это чувство, где это понимание? Какое чувство? Какое чувство ты хочешь почувствовать? Какое понимание? Какие пространства в твоем разуме ты хочешь, чтобы заполнились? Это воздействует совершенно на иную часть, чем то, что ты себе представляешь. Ты ему подносишь вот такой кувшин или вот такое ведро и говоришь, налей мне вот сюда, а он тебе, может быть, хочет налить совсем другое. Совершенно не под этот сосуд. Это пройдет, пока не начнем раскрывать верный сосуд для верного наполнения.